В спортивном зале комплекса «Юбилейный» аншлаг. На матах юные спортсмены демонстрируют своим тренерам и родителям технику, силу и выносливость. Все то, чему они научились за месяцы тренировок в спортивных школах по вольной борьбе. Хорошо, еще слабовато. Открытый турнир по вольной борьбе «День чемпиона» собрал более 100 юных спортсменов из 4 спортивных школ. Соревнования прошли при поддержке администрации и руководителя школы борьбы «Альбага» Альберта Багдасаряна. В прошлом году мы выиграли премию губернатора. Уже второй год мы его развиваем. Мы через спорт просто их воспитываем. А борьба, как вы знаете, все 5... направление физической культуры развивают. То есть там и гибкость, и сила, и все 5 направлений. Поэтому борьбой можно развивать и футболистов тоже. Соревнования по вольной борьбе открывают весенне-летний цикл детских состязаний в спортивном комплексе «Юбилейный» в Подлесково. Это турниры по мини-футболу, фехтованию, теннису, черлидингу и борьбе.